Петушка я, малыш. Так, кто прикроет все это барахло? Доли меля даже. Маленький меля. Да, я все спешу. Ну ладно, уже допросить. Сделаем. Ты знаешь, нормальный фотки. Короче, не раз. А? Ну, без рук обрубанный там все. Без меда что кричит. Я сейчас сделаю ему руки. Торик, не делай нервы, сделай руки, пожалуйста. Да, что такое? Откуда там столько ненужного камня? Что-то грибу. Наркомания. Где мои синие? Где вы мои синие камни? Еще как тут вообще распутывать это все? Это фиаско. Потих, Карагнюк. Карагумрюк. Караманюк. Караманец. Караманлис. Греческое лицо. Ты не понимаешь. Слезы. Хорошо, я тут попался, больно. Я точно стану таким, как его.
Анатолий тут только что. Дражик? Взял слово. Свободный микрофон, да? Да. Прилетело. Так можно умереть сейчас. Хорошо. Отлично. Прием. Да. Закинуть 5 фоток манчестерского дерби. Только можешь порядку другую, будь ласка, на 36 секунд. Хорошо. Через меня Дима передает. Нужно убрать в анонсе, ставить одно динамо. Так что так долго делаете? Так надо с чем-то заменить это. Отвечает. Охрана замена. Скажи, будь ласка, новина про Бензема, вона де була? На трибуні. Як ти не знаєш, так? 0,53. Ага, дякую. Ну, мені хочеться показувати. Я завжди купую на бокс. Та ні, так. Ну, без дефанску, как всего реала. Страх, там... Витя! Скажи! А можешь підійти, будь ласка? Да. Я щось цей, короче. До мене обережно, бо я схильний. Да. Забув, як розпечатати прям з рандалу. Ctrl-P, ні? А там якась іконка. А, да. Все, це просто. Маэстро. А якась іконка тут? Я не понимаю даже такого. Как говорит Андрей Малиновский в таких случаях. Я говорю, я же такого не понимаю. Видите, как вообще нас по Черноморцу рук? Отлично. Первая домашняя победа Черноморца. Алло. Юрий Мороз в порядке, видишь. Ну, первая домашняя, они же в Львове играли. Да, красавцы. Формально, типа, домашняя получается.
майстри шкіряного. Вчора 5 раз там нічого проблем не взяв. Ну, типа 3-0, ну думаю, вже все. Да, я помню, да. Раз себе зробив. Там 3-3. Нічого, потім отримав. Романтик. Ти поняв залогатив, що я маю? Такий напівпрозорий гарний. Якщо ви... Зараз нормально, зараз я спорю. Ну то без рук, ну погодься. Ну я спорю. А не дайте, що це вище? Ні. Так що на макушку? Макушку. Ну ви часто, що витягнути ще? Так, здається. А це більш круглується. А ну покажи. А ладно, давай, вот ты пши. Блин, я так и знал, что так будет. Говно это собачье вылез. Вот я идиот, а. А что делать? Блин, я проиграл. Тут. Я проиграл. Это все. Вот и все. Не, зачем так сложно играть было? Я съем, а он ее убьет. 89 хп, блядь. Ну как так? Сука, надо было думать головой лишь. Ну сейчас тут. Ну что? Кузнецов просто. Шиц какой-то. Нормально. Ну что за меня спасет? Я не знаю, ничего не спасет. Давайте, не треба. 5 это жесть какая-то. Как так можно было обосраться? Ну, короче, погнали. Это же школьник, может. Ты не тренер? Нет. Сыграл тут охуенный. Идиот он кусок. Алло? Привет. Да? Идиот. Да. Игруля. А ему гостевое можно взять пропуск? Так а просто я на себя возьму вот этих два экспертов заводим, помнишь, когда нету на них. Может, ему на третий просто не будет входа, но хотя бы тут будет спокойно. В общем, попробую. Да. Сейчас, Олег, я приду, чтобы сумковывать все проверим. Так.
точно ничего не вытягивал их обоих. Да. Да. Что дальше? Нормально. Да, вчера было точно, потому что я еще был вчера. Да, у нас только YouTube. Это неправильно. Что неправильно? Одна последняя игра в понедельник, 18:30, на футбол 30. А, ее не было в понедельник, мы стояли матчи с матчей. Да как вообще? Ну как? Полностью красота. Там и теперь вали, короче, нас... Господи, боже, чуть не сдох. Стоп, я понял. Надо не ориентироваться. Сегодня я на УПЛ, я посмотрел на трансляцию. Зараз Жик, здам я графіку, буду робити. Тобі вчора дивилися? Не поспіш. З дружиною дивилися фільм. Приїхала якась американська якась парочка в Італію відпочивати. Зняла будинок. А там хтось посматривает за ними. І у них там ще між собою протиріччя. Я думав, що ну, цей хлопець і грохнуть эту барышню. А виявилося, що вони обидва грохнули хазяїв. Підглядали за ними. Позитивний відосик посмотрел. Так що, такий несподіваний кінець. This is the end. Скажи, тут побачити особи не треба, бо... Але... Так, як побіждати? Так, так. Пошли в состав і факти. Жека. Зараз прийду, то. Та це не вийшло. Я не знаю, коли побіждати. Це не було, коли побіждати. Да, что? Ну давай, берем ее сразу. Я здесь, мать. Почему я 4600 в ПВП разношу, а 4300 не могу на войне подулать? Ну ты же, ты моно ходишь, Миш? Да, нет, 3-2. 3-2? Тогда не знаю. Я думал, ответ из-за того, что... Прийти на моно надо? Нет, не надо. Ну, может, там опаснее герои были? Ну, вот я сейчас провел три боя, по 50 очков понабирал. 46, 50 и там 42. Ну, то есть, такие были серьезные люди. Да, ну, можно. Мишань, ну, нет у меня для тебя, так сказать, вид поведи. Что-то я что домой не хочу я тут. Быть в воскресенье. Че? Недорого осталось. Ну честно. Что, я не знаю, что надо на 2 давать. Надо уже, может, сейчас вам дам. Я по цветам всегда сейчас это пикники все-таки делать, на какие таблички будут, видишь. Ахмед Заде. Блин, да как. Паровоз. Да. Надо мониторить этого, блин. Джено. Понижение. Сказали понижение, да? Видите, да что, хай. Чтобы эти килл да? И там прилетел, и в понедельник когда так, это Вархилл, это тварь. Доброе утро. Да-да-да. Я что там додал? А что у меня осталось вообще? Что? Значит, голы 2-9, 7 из них перед... Ну да, перерыв матча не будет. Здесь надо еще Рассказал, как он рекомендует арбитрам. Заявил, да.
настоящий. Фиксировали одну игру рукой. Там фишка в том, что он же архитектор, и он взял вот этого итальянского человека. Отлично, отлично. Чисто, да. Классно. Да, реализуем. Давай. Да, только набрал, то можем, да, там, добрый день, ТТС, звон, как-то. А когда уже человек флеш берет, да, бумага, и если передаешь вопрос, то старайся, когда не он говорит, а когда отвечает. Ну, да, чтобы не сбивать. Нет, я так не делал. Мы, кроме динамо, как-то можем динамо выключить по-другому? Ческу 3. Может, вчера были один, потом мы отдельно подошли. То, что мы вчера давали право, честно, и просто уже без этого, без матча самого. Ну, то есть, типа, у нас будет по факту, мы будем говорить о том же самом, просто форму поменяем. А Металлир, а Черноморец тоже может как-то некоторые, кстати, эти голов не дали сказать, увидеть на это сказать. Номинально домашняя победа, но она была и дать синхрон еще. Ну, то есть типа, повторить как бы то, но просто немножко избрали другую форму. А за моя куда закинул, да? Правда. Пока. Не, ну начинать, а что? Начинать точно, наверное, не смело. Смешно. Ну, само решил. Я не против. Какой контент давать, да? Контент. Ну что, нет, ну начнем с Луческо, начнем с графики. Типа сенсация, Динамо проиграла, и тут можно и статистику туда дать, и сказать о том, что может не только ну, серия идет, ну, может просто серия. Эти серии все объединили графики, не надо брать Луческо, может быть так. Динамо проиграла впервые. Последний раз проиграла Шахтеру. И это стало. Это что у нас было на первую? Да, персонально это впервые проиграл Максиму. Получается, я меньше выглядел. Да, победа праздник. Хорошо, да? Давайте, чтобы цифры не наезжали. Ну там закрывается. Накинули. Скажи, что на теперь зальешь. Так само ты. Это отдай или две? Динамо, наверное, ничего послушай. Ну там 7 хвилин до эфиру. Да, сейчас считаю. Интересно, как ты выйдешь. Було, але ж це були технічні кроки. Можна пояснити, навіть будь що станеться. Скільки було високе? Перший должен элемент появиться Динамо. Вже на тебе. Скільки всяких полютів буває? Динамо? Ти що там що таке? Петровачки, а потом появится фунток, знаете, честно, на другой стороне. Був такий прильот, що взагалі платний. Максим. А я бачу, аж тут сиділи, вони з'їхали. Тут печально, а тут радостно. Типа раз, ну і подержалось там 10 секунд, наприклад, да? Вискочили три каких-то факта, да? Ну, открой твою студию. Сейчас сложно, тут я передаю.
Ну, типа, если было бы там... Нет, это... А, ну да, да, плазма большая, да. Точно такая же, как и у Вацка, понял? Да, что ты будешь сюда делать с желтым цветиком, все хорошо. Цикаво. Еще давно хочу то самое цикаво цитату. Нет, там тоже что-то было. Почему прям меня? Сначала белая полоса, за ней черная. А потом мать мущая. Мать мущая. Еще давно почув цитату від Мао Цзедуна. Лично. Почув цитату Мао Цзедуна. Спочатку білая полоса, а потом чорна. А потом тьмать мущая. У мене нема свого шкафчика. Так що ми нас ждет, только тьмать мущая. Нас ждет огонь смертельный. Да. И все ж бессилен он. Вот, правильно ты. Большевики не шарили вообще. Да, многие вещи они правильно говорили. Да, обеспечили людей отпусками, детскими садиками. Да, конечно. Ну, давай вообще спросили. Не, они вообще создали индустриальное общество. Тут же черти что творилось до большевиков. Это да. Какие-то эти самые сословия, блин. Сословия. Ничего не построить нельзя было. Нужно было все в землю выкупать. А земля стоила огромных денег. Ты думаешь? Конечно. Это сложно. Так это же поэтому их и скинули, этих, выкинули этих. Ох, Анатолий, ситуация непростая, скажу тебе. Я так понимаю, да? Почему убрали этих всех? Потому что верхи не хотели, а низы не могли, помнишь? Так правильно, они мешали. Мать, что чего, 9, что 30 мать. Все не прорвали. Блин, они сейчас убьют то. Лен не справился с заданием. Блин, это вообще жесть какая-то. Да нет, пусть будет так. Я там и текстом буду понятно. Вот Сирию убрать слово, без поразок, третий. Вот это матч. Что-то меня вообще может спасти. Что Сирия зеленый вылетит, сам взорвется. Хорошо, Сирия без... Суха Сирия в дома. Суха домашняя Сирия. 5. Тоже за... Не спасет. Уже ничего меня не спасет. Тут. Отлетаю я. Позорным образом. Самым ганебным образом отлетаю. Сыграл, молодец. Оригинально. Как бы по-кустовски, блин. Давай, может, чтобы не физди серия была, чтобы он серия, или еще четвертая будет серия. Переможен плоский, да? Да, да. Не, серия без поразок нормально. Потом перемог. Что-то я не понимаю, а, вот так нормально. Твоих намеков. Ну. Да. Типа, это две картинки. Типа на Олимпийском. Еще один. Две плазмы, да? Да, две.